Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу сегодня записать для вас распаковку модели, новой модели от компании THL под названием THL W300. Модель одна из самых больших, если не самая большая, из смартфонов, которые нам доводилось держать в руках. Размер данной модели 6,5 дюймов. Это огромнейший смартфон, огромнейший экран у него. Ну и давайте посмотрим его комплектацию. Значит, поставляется он вот в такой вот большущей коробке. Имеет данная модель самые максимальные технические характеристики на момент сентября 2013 года, то есть здесь и турбированный процессор, и там экран, и Full HD, и 2 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенной и тому подобное. Значит, в комплекте у нас поставляется, нам вот пришла первая партия, в комплекте есть вот такая вот пленка, собственно, пакетики, гарнитура и зарядка с кабелем USB. Непосредственно перейдем к нашему смартфону. Значит, спереди у нас идет стекло, закаленное стекло, которое не царапается. Есть механическая кнопка, есть две сенсорных, их очень сейчас слабо видно. Две сенсорных кнопочки, да, не видно их. Меню и назад, механическая кнопка. Спереди у нас сверху датчик освещения, датчик приближенности, динамик и фронтальная камера. Вот это, на этой грани у нас качелька громкости, сверху разъем под наушники, с этого бока у нас кнопка включения-выключения, ну и снизу у нас разъем под зарядку, подключение к компьютеру и микрофон. Хочу сказать свое мнение по поводу корпуса. Ну, модель действительно большая, модель очень большая. Вот эту пленку, чтобы он солиднее выглядел, можно снять, потому что под ней шикарнейшая, не залапанная жирными пальцами пленочка. Вот такой вот шикарный, идеальный экран у нас получается. В полном обзоре я сделаю все тесты на экран, и вы посмотрите, что это за дисплей. А пока хочу сказать, что, как по мне, модель просто по корпусу, по дизайну является увеличенной копией Samsung S4. Вот такая же рамка, вот такая вот интересная, ободок такой тоже он есть у Samsung S4. То есть, кому этот дизайн нравится, понравится и сама модель THL W300. Забыл совсем сказать про заднюю крышку. Задняя крышка у нас выполнена из такого пластика, на котором остаются отпечатки пальцев. Вот такой вот рифленый, скажем так, пластик, узор. Камера у нас 13-мегапиксельная, вспышка. И аккумулятор у данной модели достигает 3300 мАч. Вот этот аккумулятор, вот его характеристики. И вот так вот выглядит данная модель без аккумулятора. То есть у нас есть стандартный слот под стандартную, есть слот под стандартную симку, есть микросим и разъем под microSD карточку. Модель W300 THL. Спасибо за внимание. Смотрите полный обзор вот по ссылке, которая будет здесь. Следите за нашими обновлениями. Если нравятся мои обзоры, ставьте лайки. Всего доброго!